Всем привет! Вы на канале Double Talk, меня зовут Гнат. Сегодня мы поговорим про Polymarket и можно ли там заработать. Погнали! Итак, друзья, там, не спешите сильно хейтить, я вам сейчас одну минуту буквально послушайте. Polymarket — это, по сути дела, криптопроект, по крайней мере, инвесторы крипто. Туда инвестировал Виталик Бутерин, у них 74 миллиона, вполне вероятно, у них будет токен. Они будут дропать за это, можно дельтаэнтрально еще фармить. Вообще, возможно, это видео породит прям вот это огромное количество людей, которые сейчас пойдут сибилы, там сибилить, я даже не знаю, и будет в итоге тоже резать. Ну, в общем, если будет дроп, я сейчас расскажу, за что он будет. Поэтому поставили лайк и давайте досмотрим до конца. Ну и, конечно, еще здесь можно ставить крипту, а это значит либо хеджировать наши активы, либо вообще дополнительно зарабатывать, находить неэффективности на рынке, а мы в этом специалисты. Polymarket — это рынок предсказаний, а-ля букмекерская контора, только... Не совсем так, то есть они конкретно деньги ваши не удваивают, то есть если вы ставите, не они платят, в случае, ну, как бы, если в то, что вы поставили, угадали, а второй человек, то есть они предоставляют площадку, где сходятся, по сути дела, продавец, ну, желающий поставить за и против, и при этом они это все сделали в таком формате, как а-ля биржа, что ты, то, что ты покупаешь, как шейры этого спора, и он может расти в цене или падать в зависимости от того, куда грузят и куда идет ставка. Может кому-то показаться сложно, но, ребята, это не так сложно, сейчас объясню. Я же умею объяснять сложные вещи простыми словами. Но начинаем с простого. Polymarket в 2020 году начали собирать деньги, собрали Polychain, Стэнни Куличева и Наваля Равиканта, и Parafi Capital тоже залетел. 4 миллиончика собрали, ну и поехали. General Capitalist зашел лидом в 24-м, и вот в мае они добрали еще 45 мультов с Виталика Бутерина, Dragonfly, и Founders Fund. 74 миллиона total, как бы деньги есть. И есть на что давать дроп. Это вот тоже самый важный критерий. Дроп-хантеры меня тут поддержат. Поэтому потенциально это может быть дроп. Опять же, все инвесторы крипто, продукт как бы намекает на то, что будет дроп. Есть, конечно, минус, что может не быть в теории токена, тоже поймите. Поэтому не бросайте все и, о, надо фармить Polymarket. А опрува по токену не было, но как бы пока намекает. Далее, так как Виталик зашел, он сам его регулярно шилит. Ну и понимаете, когда Виталик шилит... Polymarket, как бы люди им начинают пользоваться, это аудитория определенная, и вот сейчас по аудитории мы тоже поговорим. Начнем сейчас от того, что тут огромная просто масса ставок, и это еще, мне кажется, только-только начало, тут вот если посмотреть на Дюну, резко-резкий такой рывок произошел с 24 года, и вот сейчас уже достиг там ставок там 400 миллионов в месяц, ну это действительно очень серьезно, ребят, это уже нельзя мимо проходить, и надо пытаться в этом разобраться, может попробовать заработать на этом. Но, чтобы вы понимали, на выборы президента США вот 650 миллионов долларов ставок. Камала сейчас 51%, Дональд Трамп 47%. И тут вот момент, который я хочу объяснить. Смотрите, вот ты тут ставишь, например, вот за коэффициент, ну, типа за вероятность 32%, то, что эфир сделает all-time high на 2024 год. Тут, кстати, всегда показано вот в таком формате, типа условия, при котором это будет совершено. 4,867, тут оракулы, как правило, какие-то есть, эти бинансовские контракты, ресолвер. То есть все очень грамотно сделано. И, короче, суть в том, что вы ставите, например, за 34 цента, и потом вероятность, ну, этого растет, как бы начался какой-то булран, и вот выросло, и вы тут уже можете выйти на двух иксах. Там вот 3-4 цены зашел, по 68 вышел. То есть забрал 2 икса, хотя самого события тебе ждать не надо. То есть это таким образом работает. И, соответственно, вот можно посмотреть, как оно было, когда мы сильно верили в эфир. Я вот здесь, вот где-то в марте сказал, что побреюсь на лысо, если хаев не будет. А сейчас я вижу, что у меня 77% вероятность того, что я побреюсь. Ну, оценивают, по крайней мере, это так Polymarket. Я пока в это так сильно не верю. Сейчас вы поймете, о чем я. Ну, в общем, оно тут пошло вниз, когда отменяли ETF, потом вот это приняли, его опять выросло, и сейчас мы видим, что опять упало, и упало уже ниже плинтуса. Я тут, надо сказать, еще поставил по 20 вот ставочку, же, их лимитку. Тут я лимиткими ордерами действую. Там где небольшие маркеты, тут все, что до миллиона, это очень небольшие, здесь особо ты много капитала не разместишь. Но, тем не менее, я сейчас объясню, в чем поинт моей ставки. Смотрите, вот я поставил уже даже плюсую немножко, 10%, по 22,8 в среднем набрал. Тут такой момент, я когда это беру, мне даже не надо, чтобы эфир перебил хаи, хотя, безусловно, пока еще верю все-таки, что он до Нового года перебьет хаи. А мне надо, чтобы люди в моменте подумали, что, скорее всего, эфир перебьет ну, свои хаи. А это не одно и то же. Это очень важно понимать. И то есть, если сейчас люди совсем не верят, то когда будет 3300, 3500, наверное, начнут верить и прогрузят вверх. И вот я там смогу выйти. Понимаете суть? То есть, тут
по сути дела, Mental Minds, вот эта вот игра против толпы, и мне, я считаю, что я на своем опыте, на своей логике, вот этой всей арифметике, аналитике цифр, любви к вот этому всему, должен справиться. Будем проверять сейчас, как это будет. Опять же, давайте, может, мы и ставки разберем сейчас, чтобы понимали логику, в чем, что и как, почему, ну, как бы я действую. Вот, кстати, из такого, что может, по идее, легко набить объем, если у вас есть просто USDC, вы можете, ну, как я понимаю, просто поставить, что биткоин не коснется 250 тысяч в 2024 году. Консервативные 4%. То есть, на самом деле, вот, типа, ну, понятно, что это... Ну, там потом вероятность, наверное, вырастет еще, можно будет выйти раньше. Но просто, если бы вот мне предложили сейчас за 10% поставить, так это очень много. То есть я за полгода гарантированно забираю, ну, получается, за полгода я гарантированно забираю плюс 10% к своему стеку. Потому, без риска, ну, реально, я, конечно, фанат биткоина, максималист и дела, но какие нахрен 250 тысяч в этом году? Все это отлично понимают, поэтому сюда можно ставить, ну, тупо жизнь, что называется. Ну, как мы, ладно, я, может, преувеличиваю, но вы понимаете, о чем я, потому что выглядит это крайне стрёмно. Более того, да, наверное, если, типа, биткоин вырастет, ну, короче, вы так хеджируетесь, вообще великолепно получается. Ну, и параллельно крутите объемы на полимаркете, чтобы получить дроп. Это тоже такие ставки. Но я такое как бы не ставил. Я вот еще поставил, ну, из интересного, не поставил, поставил ордер. Можно поставить на ставку, какая будет ставка вот 18 сентября в ноябре и 18 декабря. Тут, причем тоже объемы достаточно приличные, 5,3 миллиона. Я хотел поставить, я вот поставил ордер, даже его открыл, где он, мой ордер, чего ниже, по 11 центов, 1,10, что понизится на 50. Тоже с прицелом каким, смотрите, нам нужен вообще какой-то странный любой фад в макроэкономике, он постоянно бывает, мы же с вами постоянно это смотрим, постоянно идет какой-то рандомный фад. И вот сейчас может фад в любой момент произойти, типа, и в этот момент скажут, ну все, будем на 50 понижать, и сразу вероятность повысится. А я просто выйду там, условно говоря, на 2 икса, ну там по-разному будет. Опять же, когда я поставил 1 к 10 ков, ну то есть тогда 2-3 икса можно забрать. В предыдущие случаи с этим такой вероятности нету. Тут, кстати, тоже можно очень просто смотреть на investing rate, смотреть, что здесь 22%, а здесь вот сейчас 15%. Вообще, по факту, это выглядит ставка тоже сейчас, ну, недооценена здесь вероятность. И то есть, ну, наверное, она реально вырастет же в один момент до 22. Вполне вероятно. Хотя сейчас, конечно, уже на ровно месяц осталось до заседания. Может быть, это как бы не такая ставка, но я говорю, я, ну, по текущему не очень. Я бы за 10 центов поставил. Поэтому просто поставил ордер, как бы и сижу. Не знаю, будут ли давать за ордера, за биды, за объем бидов. Но так давали на блуре, вполне вероятно, полимаркет точно так же может давать. Какие еще ставки? Ну, это про курс, то, что будет халдить до 31 августа. Украина будет в Курской области тоже. Естественно, это все вырастало по мере того, какие мы новости узнавали. Могу сказать, что я еще поставил Байдена. Я думаю, вы видели, что я поставил сториз 20 тысяч долларов. За то, что я сказал, что Байден закончит свой срок. Просто закончит свой срок без каких-либо, ну, там, пролонгаций или чего угодно. Просто до 20 января у него должна быть, как там, короче, коронация этого Трампа. И Байден должен, типа, закончиться. Более того, я посмотрел просто на форуме рационалистов, что вот тут оценка, что комьюнити оценивает, что 8% того, что он не досидит. Соответственно, я подумал, что, наверное, эта ставка выгодная. И поставил, мне сейчас уже на данный момент, вы можете видеть, плюсовая ставка. Я могу сейчас забрать его 4460 долларов просто в клик, нажал в sell, все, мне деньги пришли, то есть мне даже не надо ждать, хотя я абсолютно не понимаю, я считаю, что Камала не может, ну, в смысле, Байден не должен уходить по состоянию здоровья, должны его уж как-то на ногах держать, как политический ход, нету смысла этого делать, ну, плюс, как бы, какая уже разница, ну, типа, Камала кандидат, вот они сейчас там борются, а Байден уже свои дела должен поделать, более того, он там настроен еще, как бы, войну закончить в Иране, в Израиле, у него есть какие-то определенные планы на свой срок, который остался, поэтому я думаю, что 82% тоже недооценено. Тут тоже это можно понять, что недооценяет это какой-то один человек. Вот, чтобы вы понимали, вы можете посмотреть топ-холдерс. И вот смотрите, человек поставил против. Вот Анон. Вот он поставил, получается, 1 миллион 100 тысяч долларов. Сейчас стоит у него позиция минус 550 тысяч. Все, он один жестко начал прогружать, что по-любому Камала, получается, ну, в смысле, Байден снимется или умрет, либо снимется намеренно. Ну, умереть не должен все-таки. Я понимаю, что все плохо, но я думаю, что он еще поживет, может, и лет 5. А конкретно по сняться, ну, как бы, должна быть очень сильная причина, чтобы он снялся, прям как будто она вероятность все-таки пониже. Поэтому я поставил, но надо тоже смотреть, что уже сейчас ставить не так выгодно, это я вам показываю. Но я об этом говорил на стримах, собственно говоря, приходите, вот по 66 центов, сейчас цена 82, хотя вот тут даже уже было 87. Тут тоже можно выходить, заходить, потому что идут колебания определенные. И что еще поставил? Ну, я еще поставил, что Китай снимет бан с биткоина в 2024 году, потому что я увидел слухи, тут, конечно, sources, просто sources, человек написал в Твиттере, что снимут
биткоин. Ну, действительно, слухи ходили, что в четвертом квартале снимут. И о чем тоже надо думать, о чем, мне кажется, люди не думают в этих ставках. Знаете, что в один момент выходит какой-то фад о том, что будем, ну, будем все-таки снимаем биткоин. Уже были эти слухи. Когда есть какие-то слухи, это очень маленькое такое зерно, которое легко так бам-бам, оно разрослось. И мы такие, да, все, короче, Китай снимет бан с биткоина. Это, во-первых, будет супер круто для крипты. Но мне, опять же, кажется, что мы криптоны здесь сидят. И мы изначально оцениваем очень позитивно, ну, типа, ну да, мы верим, понимаете? Мы всегда верим в успех, ну, все-таки бычье, в основном бычье настроение у криптонов. И здесь то же самое. Мы думаем, что Китай, наверное, снимет, они же не дураки, они понимают, что их США обгонит. Неизвестно, как там не сами думают в Китае, но что понятно четко максимально, что в один момент это может до 25% стрельнуть, и все, я заработаю. У меня вот получается по 12 центов куплено, и по 9 еще центов стоит ставочка, если нальют лимиточку, наливаю, ставлю и вот туда наливают. Короче, у меня такие вот игры, и плюс вот можно поставить свое портфолио, у меня там 300 тысяч долларов, завелось туда получается... Сколько я сделал? 25 тысяч, вот, ну, плюс, а, ну, вы видите, плюс сколько я стою. Поэтому история интересная в этом отношении, мне кажется, и мне кажется, это можно обузить, потому что все-таки действительно это ставят люди, то есть люди какой-то 1, 2, 3, 5 человек могут ошибаться, они же находятся все в инфополях. И если вы будете максимально, ну, как бы, абстрагироваться, мне кажется, взвешивать все данные, и тем же эфиром, я, собственно говоря, тоже же поставил по 22,8 на то, что эфир сделает all-time high. Просто надо мне 3500, 3300, а она, ну, очень большой вероятностью будет, по-любому люди поверят, начнут составить, что будет вероятность, что эфир взлетит. Я вот решил, собственно говоря, так сделать, посмотрим, чем это закончится, пишите в комментариях, будете ли вы таким заниматься, и вообще, какие интересные ставочки, мне можете писать, опять же, в комментах, здесь ссылки кидать, потому что мне, я ищу такие какие-то неэффективности, которые, ну, скорее всего, могут произойти, есть какой-то зазор, где можно заработать, потому что это все вероятности, это игра, ну, как бы, в пределах. Дикшены, мы занимаемся этим постоянно по рынку, по крипте, а здесь, по сути дела, криптовые истории, только теперь, ну, чуть-чуть докрутили больше, ну, формата, наверное, БК, и если мы правильно это все соберем в голове, то, мне кажется, с нашим ресерчем мы можем добиваться плюсовых результатов. Вот, как я говорю, я уже на Байдене немножко это наживаю. Представляете, закончил видео, и пришлось дозаписать, потому что ровно закончил, и увидел новость на Полимаркете, что их из CNBC на них ссылается, просто новостной крупнейший канал, ну, говорит, вот, на Полимаркете маркете ставки, потому что они считают, что это справедливые коэффициенты. Это очень интересно, на самом деле, действительно, у Полимаркета большое будущее. Я не знаю, конечно, разрешат им токен запускать, но пока туда набегают вот этот ритейл, хомячки, по идее, там можно заработать на неэффективности. Но я напоминаю, что это игра с нулевой суммой. Если кто-то заработал, кто-то потерял. То есть вы тут должны быть лучше поля. Собственно говоря, как-то так. Пишите комменты, жду, и лайки, и все. С вами был Гнат, всем пока.